Bioorganic weapons are a global threat, and we are partly to blame. We have to come clean and start working with the rest of the world if we want to have any chance of fighting this. Whatever you decide, sir, I'm with you. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Resident Evil 6. Теперь нам нужно выбраться из этого строения, после того, как мы увидели эту ужасную сцену с папой и ее дочкой, нам дали полностью понять, что либо мы, либо они, как сказал Леон. И жалеть никого не стоит. And anyone who breathed it in got infected. And that would mean everyone on campus. Yeah. But then why is it so quiet? I've got a bad feeling about this. Да уж точно. У меня тоже плохое предчувствие насчет этого. Значит, кто-то специально травит газом, чтобы люди превращались в безмозглых зомби. Кто же это? Интересно узнать. Так, нам не сюда. И сюда. Это какая-то аудитория, насколько я понимаю, да? Didn't mean to interrupt. Да, не хотели мешать, но пришлось прервать твои занятия, милый студент. Ну-ка, сейчас ногой его ударим. О! Ой-ой-ой-ой-ой! Чуть было он нас не укусил. И добиваем. Да, неплохо. А что, там еще кто-то? Да, тут еще кто-то. А патронов у нас очень мало. Зарядимся. Используйте очки умений, чтобы приобретать умения. О как. Так, а что-то у меня здоровье, по-моему, поплохело. Смотрите-ка, у нас на нашем мобильничке. О, ничего себе. Это она, что ли, его в грудь стреляет? Леон же сказал тебе стрелять в голову. Только в голову. Так, что-то тут. А, еще патроны. Хорошо, с них патроны падают, кстати. Так, откуда у студентов патроны? Ладно, не будем задаваться этими бессмысленными, бесконечными вопросами. И нам нужно добраться до какой-то церкви, куда хочет попасть наша напарница. И только после этого она все нам объяснит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Помоги, помоги нам. О, адреналинчика укололи нам. На тебе. О нет, мы видите, слушайте, офигенно, мы не можем сражаться полноценно после того, как нас хоть и возродили к жизни, но видите, мы еле-еле душа в теле. О, ничего себе, она тут отстреливает. Отлично. Так, тут патронов есть? Не... А, есть какие-то штучки. Какие-то штучки мы подбираем, очень похожие на фигурки. И это у нас очки умений, как я понял. А, у нас есть спрей. У нас есть спрей. А где наша мышь? Так, не пойму, где наша мышь-то? Пробелок, В назад, R комбинировать, E выход. А как переключаться между ними? Что это я на двоечку делаю? На троечку перекат, на двоечку какое-то уклонение. Интересно. Так. Куда-то мышка исчезла. Не могу переключаться между нашими ячейками. Это плохо. А, растение. Отлично. Вот растение сейчас нам и должно, по идее, помочь. Пробел окей. Положили мы его куда? Прямо в ячеечку. Так, а как применять? Ага, на однушечку. Таблеточку мы выпили. О, ничего себе. Лежал себе спокойно, пока мы его не потревожили. Интересно. Ну-ка, с ноги тебе. О, весьма неплохо. Но слабоват, конечно. Это так, чтобы мух отгонять. Скорее уж. Надо бы нам еще... Так, там у нас зомби.
Тут у нас никого, надо бы еще травиночку найти. Как бы его задавить бы, прям вот пока он лежит. Или он еще не поднялся, ладно, фиг с ним. Так, это у нас какая-то кодовая дверь, что ли? Ну-ка. Нет, обычная. Выжившие. Выжившие только на полу кряхтят. Хотя нет, они не выжившие. О, ну-ка. О, ничего себе. Нет, вы видели? Это уже рестлинг какой-то. Схватил за голову. Ах ты сволочь. Да что ж такое-то? Набросился на нас. Сдохни. Спаси нас, Елена. Хелена. О. Да, что-то как-то не очень. Накидываются они, я не знаю, как от этого избавляться. Мы собираем какие-то шахматные фигурки, и из них мы можем делать различные вещички. Да как же нам переключаться между этими? Что-то я не понимаю, вот реально, как здесь переключаться. А, господи, колесико мыши, все ясно. Так, ну давайте, я уже спрей использую. Пробел. Что, в корзину? Пробелок В назад. Конечно, назад. Какие кнопки вообще использовать, а? Да, в корзину отправить, отлично. Нет уж, спасибо. Ладно, подлечусь. Вот еще раз однушку нажимаю, ничего не происходит. Ай, боже мой, ну и ладно. Пошли дальше, потом разберемся как-нибудь, я не знаю. Пока что, пока живы и ладно. Компаньон очень сильно нам в этом помогает. Еще патрончики. Ах ты, боже мой. Сволочи. Сколько же вас, уродов. Вот это незаметные зомби. Вот это внезапные. Вот это я понимаю, да. На самом деле. О, зажигательная граната. Уже в начале игры. Круто. Как бы нам ее еще взять в руки. Так. Четверочка, перекат. Какие-то странные кнопки управления, честно скажу. А почему у нас зажигательная граната, не пойми, где находится? Ага, в урну, спасибо. Спасибо вам всем. В урну я ничего выкидывать не собираюсь. Ладно, будем разбираться. Кстати, наверное, этот баллон можно было взорвать. Так, куда нам туда? Опять где-то зомби. А, вот они. Вот они все, вот они где. Спины им, конечно, хорошо заходить. Вот так. Неплохо. Ну, я хочу еще какой-нибудь приемчик сделать классный. Ну, они же такие, так мне нравятся. Особенно, когда со спины подошли, ему башку разрубили. Вообще просто было супер. Пошли дальше, Елена. Get to the security gate. It'll lead you off the campus. Окей. Ха, он бутылкой загородился, что ли? Да почему у нас эти... Вот, наконец-то. Опа! Да, вот это клево. Вот это шикарное убийство. Там еще у нас зомби. А, в общем-то, здесь всех убивать-то и не надо. Пробежать нужно как можно побыстрее. По как можно безопасному пути. Опа! Да, ну, слушайте, это да. Это похоже на приемчики. Да, что-то... Во, Елена там дает! Бутылка его, его собственно убивает. Обалдеть, приемчики здесь, конечно, еще лучше, чем в предыдущих частях. Намного лучше. Try the staff building behind the bleachers. I'm guessing you'll find keys for the gate there. Ладно. Елена, драгоценная. А ты бы не могла так вот не тратить патроны попусту и стрелять не издалека, а сблизи. Вряд ли ты кого-то там вообще попадаешь. Ну, это комп. Комп у нас любит тратить патроны, я помню. Особенно в пятой части он просто шикарно тратил патроны. Так,
Фу, я уж боюсь, сейчас тут зомби опять какие-нибудь выскочат. Так, взяли красную травку. Зелененькую прихватили, отлично. Как бы нам еще это... Давайте-ка попробуем смешать все это дело. А, R комбинировать с зеленой. Окей, комбинировали трава. Зеленая плюс красная, отлично. И как мы ее, куда мы ее используем? Вот, таблеточки. 6 таблеточек сразу, ух ты! Здесь уже совсем, по-моему, другая система, видите? Раньше как бы просто смесь с красной усиливала зеленую, ну, и как бы больше эффекта давала. А теперь, видите, просто увеличивается количество так называемых таблеточек, в которые он перерабатывает все эти травки. Ну, это на самом деле более логично, чем просто жрать траву растолченную. Keep that trigger finger ready. Never know what's around the next corner. О, патроны, трава. Где тут травка? Вот она, отлично. Это все незаметно. Он все время, когда я перешагиваю через труп, он как будто спотыкается. Не как будто даже, а спотыкается еще как. О-о. Выключи. 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 Ой. Так. Ух ты, елки-палки. Этого прибили. Этого прибили. Давай, давай. Я чувствую, сейчас сзади на нас как нападут. Ух ты, об стену его башкой. Да, ну и замесы тут. Просто обалденный. Оу. Видали, как улетело? Вот куда нам нужно было использовать зажигательную гранату. Где, вернее, нужно было использовать зажигательную гранату? Ну! Давай уже, открывай! Выключи эту сигналку! Выключи ее, выключи! Где? Игр про зомби много, геймплей один. Все время эти сигнализации. О, чертова уродка! Видали, как прыгнула на нас? Мне же больно! Мне же больно! Где она там? Да где же она тут? Сдохни! О! Давай, Елена! Ох! Колбасит же нас! Немножко таблеточек примем. Где, где? Как нам ее использовать-то? Нет, спасибо, не надо мне выбрасывать. Ладно, надо будет разбираться с этим инвентарем еще 100 лет. Давай, сдохни! Еще ты здесь! О, отлично! Так, еще немножко патрончиков. Жалко, там не насобирали. Надо было там насобирать, столько трупов было. Опять я об кого-то споткнулся. Все время об кого-то спотыкаюсь. Так, что у нас здесь? Патроны. Неплохо. Зеленая плюс красная, это действительно классно. Сразу у нас... Зомби? Нет, не зомби. Пока еще не зомби. Хотя тут они их называют зараженные. Infected. Так, подожди, подожди, не бегай. Вот, что здесь? О, это еще что такое? Ну так подбери. 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 А, вот что. Понятно. Как в пятой части, их тоже надо отстреливать почему-то. О, патрончики. Отлично. Надо почаще эти ящики стола обшаривать. А вот и наш ключик. Ах ты сволочь ты, опять нас хотел съесть. Где Елена-то была? Чё стояла, ждала? Плохо, конечно, видно. Лучше бы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Лучше бы Елена светила нам, что ли. Или Крис включил свой фонарик.
У него же есть фонарик на голове. О, боже мой, да как они нас напрыгивают? Я ничего сделать не успеваю, реально. Теперь я еще нифига не вижу. Кто убил бы его сначала, потом уже бы. Таблеточка. Таблеточка, Крис. Ой, Леон. Отлично. Что тут у нас? Что пробел? Что пробел? Ладно, не знаю, что пробел. Пошли дальше. Накидываются на нас. И главное, никаких кнопочек нету, чтобы... Вот опять! Да что ж такое-то? Как от этого избавляться-то, я не понимаю. Сколько можно нас уже воскрешать? Ты кошмар какой-то. Я тик-таком этим закидываюсь уже. Не знаю, какой раз. Они все прыгают и прыгают на нас. На тебе. Еще там кто-то? Да, еще кто-то. Привет, гости нашей вечеринки. Почему у вас головы-то не отшибаются? Это невозможно. Смотрите, а. Да вы поглядите, а. Вот крепкая башка-то. Обалдеть. Так, сейчас пособираем тут. Что-то с них понавыпадало. Каких-то улучшалок. На тебе. И... бах! Ха-ха, бутылкой. Классное убийство, мне нравится. Думаю, дальше будет только больше всяких разных убийств. Вернее, вариантов. Куда ты? Кстати, видели, они в нас кидаются разными предметами. Это весьма погано. И... о, его же трубой убивать! Ха-ха, нет, у него кувалда была даже. Да! А теперь каким-то ножиком. Классное убийство, мне очень нравится. Только вот эти набрасывания на нас, вот этого я понять не могу, честно. Как от них избавиться? Просто иду, иду, ничего не возникает, никаких кнопочек, ничего нажимать даже нельзя. Раз, на тебя напали. Может, ХП нужно по полную поднять, потому что, видите, сколько у меня. Давайте-ка я еще закину. Вот, так уже лучше, намного. Но они-то не пройдут, ничего страшного. Все, пошли дальше. Так, у нас тут местные зомби, да, есть? Местные зомби. Не люблю я местных зомби. Вот так. Голову вам всем расшибать будем. А, еще кто-то. И... да! Не, ну я балдею вообще с этого рестлинга, честное слово. Топором тебя! Ух ты! Забавно было бы здесь холодное оружие иметь, какие-то топоры и прочее. Но в Резиденте это, конечно, не тренд. Верните-ка направо. Направо, направо. А куда? Не останавливайтесь, не останавливаемся, не останавливаемся. На тебе. Так, этого прибили. Да что же у нее башка-то такая твердая? Просто нереал какой-то. О, бутылку еще ему разбили. Ну, теперь он точно будет злой. Да он сдохнет или нет? Во! На тебе! Прямо в затылок. Отлично. Куда ты стреляешь? Вот включи тут friendly fire нафиг. Будет еще в нас стрелять. Вообще супер будет. Один есть. Хорошо, что у нее башка сразу взорвалась. То от остальных не дождешься этого. Да. Ну и рестлинг. О, этот выскочил под горячую руку. На тебе. На. И... ну давай же, приемчик был. Давай, приемчик. Приемчик, ну сделай. Вот. О, да. Обожаю этот Аркео от Леона. Хотя нет, Аркео по-другому делается. Куда нам нужно идти-то? Скорее, скорее, скорее. Что-то у нас ХП совсем мало. Выпьем, выпьем таблеточки. Отлично. Отлично.
Куда? Куда? О, боже мой, да сколько вас здесь? Ах ты сволочь, пробел, пробел. Да что такое, а? Кто-то нам помог, что ли? Наверное, нам Елена помогла. Давай уже. Этого прибили. Этого тоже прибили. И этого прибили. Елена, где ты там? Где ты там, Елена? Красненьким горит, значит, с ней что-то не то. Так, она живая? Да перезаряжаемся же уже. Так, походу, тут надо бежать уже, на самом деле. Ну и рукопашка тут. Ну и рукопашечка здесь отличная. Опять нас побили. Да пойдем уже, все, Лен, уходим, уходим. Уходим. Уходим, боже мой. Не, ну нам всех, что ли, нужно перебить? Ой, ее там швыряют, беднягу. Выживает она неплохо. Давай, 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 давай. Вот так. И удар. Теперь голову отломить. Вот так, отлично. Еще одну. Еще одну. Еще одну. Фух. Да это кошмар какой-то. Уклонение и приседание. Я уже какое-то достижение сделал. Когда они... Они, наверное, никогда не кончатся. Нам просто бежать нужно дальше. Но эти приемчики меня радуют. Ох, неплохо. Все, Елена, уходим. Уходим, уходим. Вот, отлично, она уже здесь. Она уже здесь, она уже здесь. Давай, 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 давай. Тут еще мини-игра, найди ключи. Давай, Леон, Леон, гони. Вот как всегда. Фу, уехали. Made it off campus. Now we just gotta get through town. Without getting killed. О боже мой, не все так просто. Ой. Не, нам не дадут спокойно уехать отсюда. О, канализация. Hanging in there. But we need another way to the cathedral. Well, I found an underground route that may be safer. The sewers, huh? Great. You got it. Да, канализация просто лучший выбор. Просто лучший. We should hurry. What's the matter? Not a fan of sewers? Come on, let's just get to the cathedral, and then I'll tell you everything. Bioorganic weapons are correct. I'm going to tell them everything. Everything we know about the Raccoon City incident. But sir, a lot of people are questioning my desire to reveal the truth. I know where they're coming from. And might create more problems than it solves. A lesson I learned well in the military. Bioorganic weapons are a global threat. We are partly to blame. We have to come clean and start working with the rest of the world if we want to have any chance of fighting this.
Whatever you decide, sir, I'm with you. I have always valued your friendship, Leon. It's time we take responsibility and end this mess. It's gonna be a tough road. Let's get moving. Да уж, дорогие друзья, путь будет совсем непростым. Believe me. Канализации я очень не люблю, поэтому оставим ее на следующую часть, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте, друзья. Всем спасибо и до следующей миссии.